Приветствую на канале Телеграммер. Наш любимый мессенджер полон различных и, что самое важное, классных ботов. Именно об этом сегодняшний ролик. На просторах интернета можно найти различные ресурсы с подборкой ботов Телеграма, и сегодняшний топ мне удалось собрать благодаря tlgbot.ru. Удобность этого сайта в том, что здесь боты рассортированы по категориям, и вы с легкостью можете найти, что вам нужно. Хоть бота для поиска музыки, хоть бота переводчика. Поэтому отправляйтесь на сайт tlgbot.ru, чтобы найти для себя что-то новенькое, а самое интересное далее. Первым на мое вооружение попадает бот Алёша. Он может озвучивать написанный текст голосом робота. Причем этот же голос можно поменять на голос Ирки, Танюхи и еще несколько других голосов. Просто вводим нужную фразу, даем боту несколько секунд и получаем аудиосообщение. Подписывайся на канал. Приятностью бота является то, что его можно использовать в разговоре с кем-то. Пишем «Алекса бот», затем фразу, обязательно ставим точку и отправляем аудио. Все просто. Приветик. Следующий на очереди – чат Кипербот. В связи с увеличением количества активных пользователей Телеграма, по последним данным, таких уже 400 миллионов, соответственно, возросла активность и в чатах. Если вы администратор группы, чат Кипербот точно вам понадобится. Это модератор чатов с большим вариантом настроек, которые вас приятно удивят. Все возможности бота сложно перечислить одним предложением. Чат Кипер спасет вас от спама и атаки ботов. Легко справиться с модерацией чего только вы захотите. Стикеров, видео, матов, флуда, список очень длинный. Он будет способствовать активному общению, вести рейтинг, репутации участников, а глубокая аналитика и статистика позволит вам еще больше узнать про посетителей чата. Просто must-have для всех администраторов, тем более, что бот бесплатный. Кстати, если у вас есть чат и вы хотите узнать более подробно о возможностях данного бота, оставляйте комментарий под видео, и я обязательно сделаю отдельный ролик про него. Переходим к All Telegram Games Bot. Это отличный бот, который представляет из себя каталог игр Telegram. Они разделены здесь по категориям, поэтому каждый найдет себе что-то по душе. Выбираем категорию, затем игру, и бот сразу же предоставит ссылку на нее. Примечательно, что при тапе на ссылку в смартфоне игра сразу открывается в самом Телеграме, что очень удобно. А если же вы решите поиграть на десктопе, то откроется ваш браузер. Следующий на очереди – бот AutoInformBot. Принцип его работы прост. Вы пишете боту данные авто, и он находит штрафы ГИБДД в базе. Далее он еженедельно будет проверять и оповещать о новых штрафах. Можно добавить несколько авто для еженедельной проверки или удалить ненужное. После старта нажимаем «Проверить авто» и вводим госномер, далее серию и номер СТС. Бот проверит базу ГИБДД на наличие штрафов и уведомит вас. DistortBot позволяет сделать из ваших картинок, видео, гифок, аудио и видеосообщений что-то смешное. Distortion в переводе значит искажение. Соответственно, бот будет искажать все, что угодно, как захочет. В настройках можно установить русский язык и изменять уровень искажения. Попробуйте и повеселитесь. А через секунду я продолжу далее, но прежде хочу напомнить о важности вашей подписки на канал. Ведь таким образом это стимулирует создание новых видео для вас. Глядя на то, что прямо сейчас творится на всевозможных финансовых рынках, кому-то очень будет полезно следить за акциями компаний. Здесь на помощь может прийти Stock Alerting Bot. Просто отправляйте боту название любой публичной компании, и он пришлет вам актуальную информацию. В боте можно добавить компанию в избранное и настроить, чтобы он присылал уведомления об изменениях цены. Возвращаемся к играм. В Телеграме есть отличный бот для игры в мафию – True Mafia Bot. Тем более, если сейчас вы сидите на карантине и так хочется во что-то поиграть с друзьями, хотя бы в онлайне, этот бот придет вам на помощь. Если у вас есть чат с друзьями, то просто добавляйте игру в него и начинайте играть. Все очень просто. Бот сам раздаст роли и все промодерирует. А вот создатели бота Всратослав, о котором я ранее рассказывал в другой подборке ботов, выпустили нового бота для Telegram с озвучным названием Звукозавр. Некоторые пользователи не очень любят аудио в Телеграме, и тут Звукозавр как раз поможет. После добавления в групповой чат он будет отвечать на каждое аудиосообщение, доходчиво объясняя, что лучше воспользоваться клавиатурой. Хамство, ругань, маты прилагаются. Выглядит очень смешно.
Еще раз напоминаю, если у вас есть желание отыскать еще больше интересных ботов в Телеграме, отправляемся на сайт tlgbot.ru. Там вы точно найдете для себя что-то полезное. Данный список был собран именно оттуда. Теперь же самое время тебе, дорогой зритель, поставить лайк за подборку ботов и, возможно, поделиться в комментариях другими интересными ботами. А на сегодня у меня все. Это канал Телеграммер. Подписывайся и будь на волне тренда.